И ведь у Тусана в рестайлинге появился ныне модный матовый серый цвет. Это не пленка, это заводской окрас машины. Хорошая комплектация, сейчас видите, очень красивый салон. Вот так в сером мате смотрится перед автомобилем, вот с этими новыми ходовыми огнями. Другие колесные диски, не такие, как мы вам показывали на более простом варианте автомобиля. И задняя часть, смотрите, вот как она в мате смотрится. Ну, конечно, есть действительно правда в том, что серый матовый какой-то придает особый шарм машине, согласитесь. Так, открываем, бесключевой доступ, старт-стоп. И вот о чем я говорила. Салон очень красивый, коричневый. Специально не сажусь сразу, чтобы вы успели насладиться. Давайте вот так уберу. Вот, смотрите, здесь перфорация, ну, в силу того, что комплектация хорошая, здесь перфорация не просто так для красоты, здесь есть не только подогрев, но и вентиляция сидений. Вентиляция, как водится, на передних сиденьях, подогрев и задний диван тоже. Музыка Крел, действительно хорошая музыка, ничего не нужно доделывать, переделывать. Электросидение здесь с памятью, полный электропакет, как всегда, в любой комплектации он именно такой. Крышка багажника электрическая. И смотрите, внимание на изменения. Но опять здесь вот эта вот панель от Санты, она сенсорная. Обратите внимание сейчас на иконку. Вот я нажимаю. Во-первых, есть звук. Это хорошо. То есть вы можете делать это не глядя, понимать, что вы попали в кнопку, не глядя на саму кнопку. Плюс обратите внимание, сейчас покажу вам, что здесь есть подсветочка. Вот, нажимаю. Подтверждение. Да, подтверждение того, что вы в кнопочку попали. Но это если вы смотрите, вы это видите. Климат оставили на шайбах, это классно. Климат двухзонный. Выключаем. Далее совсем другая консоль. Парящая консоль. Сделана вот так вот интересно. Здесь оставили кнопки. Вот она камера. Смотрите, камера хорошего качества, но она и раньше была хороший. Беспроводная зарядка в общем в удобном месте, и видно телефон, и, наверное, он не будет отсюда никуда кататься. Здесь большая ниша для хранения мелочей. Здесь вот эта вот консоль, не консоль, а панель, которая отвечает за зарядку, точно так же, как у Санты, можем переключать. Далее, вот посмотрите, пожалуйста, оттенок ткани, которая здесь на торпедо, прямо вдоль всего торпеда встроена, он в цвет сиденья. То есть, я надеюсь, передает у нас камера. Это коричневый цвет. Ну и руль точно такой же, как у... Давайте сниму, покажу новую эмблему. Такой же, как у предыдущего Тусана. Ну и внимание на селектор. Селектор-то от Санты. То есть, кнопочного селектора у них в хороших комплектациях больше нет. У них селектор от Санты. Насколько это хорошо, не знаю, потому что я не фанат сантовского селектора, но говорят люди, что привыкают. Вот, мне подрулевой селектор очень нравится, но просто формат здесь не мое. Люди привыкают, говорят, очень удобно. Коричневые вставки, опять же, в цвет салона, сзади, ну, классический абсолютно задний диван. Ну, собственно, мне кажется, все, я рассказала. Тоже черный потолок, если обратили внимание.